Друзья, привет! Давненько у меня не выходили ролики. Да, кстати, давненько. И причина этому одна. Учеба. Все вы знаете, что уже конец учебного года, и учеба занимает больше всего свободного времени. Но ничего. Я вот недавно запускал стрим на игровом канале. Кстати, можете внизу перейти и посмотреть его. А сейчас снимаю для вас ролик, что в моем телефоне. Ну что, друзья, поехали! Друзья, а чтобы вы видели все своими глазами, я буду делать запись экрана на телефоне. А вы будете это видеть где-то вот тут, короче. Так, я включаю запись. И мы начинаем. Сразу хочу сказать, что у меня телефон делится на три рабочие зоны. Первая зона — это у меня базовые приложения, которыми я пользуюсь. Следующая — это мои приложения. И третья, последняя зона — это зона с приложениями, которыми я не пользуюсь. Ну что, начинаем с первой базовой зоны. Здесь, как вы можете заметить, у меня есть калькулятор, почта, календарь, фото, карты, там, часы. И что я вам могу сказать? Фото. Сохраняю здесь свои фотки, интересные моменты. Как вы можете заметить, вот один из них. Мы снимали видео. Очень интересная фотка. Дальше. С Яриком есть фотка. Мы были в Galaxy парке. Там отдыхали, снимали видос. Дальше. Часы. Будильник. Я надеюсь, вы все понимаете, как он по утрам у меня орёт. Если у меня тихо будильник стоит, я не могу проснуться. Если громко, это мне... Ну, вы понимаете, короче, особенно я ненавижу будильник с понедельника по пятницу. Я надеюсь, вы меня понимаете. Ну, я в часах, кроме будильника, больше ничем не пользуюсь. И секундомер иногда. И все. Дальше. App Store. Ну, приложение скачивать. Настройки. Ну, базовые приложения вы все знаете. Переходим к моим приложениям. Самое первое приложение — это YouTube. Мы переходим, и здесь сразу мой канал. Как неожиданно, я не знаю, как он тут появился. Мои видосы, плейлисты. На канале есть. Ну, вы понимаете, YouTube как YouTube. Instagram также. Мой Instagram, вот, кстати, друзья, подписываемся на мой Instagram, ссылка в описании. Да, друзья, это все по-настоящему. Переходим дальше. Viber, это неинтересно. Там я переписываюсь со своими друзьями иногда, с родителями. Ну, в принципе, все. Viber я больше не пользуюсь. Дальше. Google переводчик. Что я вам могу сказать? У меня есть немецкий, английский, ну, в принципе, все. Больше я перевожу на нем немецкий, так как он посложнее, мне кажется. Переходим дальше. И здесь у меня Discord. Все вы знаете, зачем нужен Discord, так как я там общаюсь с подписчиками иногда. Когда мы играем в CS, я там тоже с подписчиками общаюсь и играю с ними. С Олегом. Вот, можете заметить. Там была заставочка на мой стрим. Это мы с Олегом там... куча звонков, это неинтересно. С Олегом мы, кстати, в Дискорде общаемся почти каждый день. Да, почти каждый день, ничего себе, я даже это не замечал. Друзья, напишите в комментариях. В комментариях на моем игровом канале или на моем Инстаграме. Пользуетесь ли вы Дискордом или не пользуетесь? Будет интересно почитать. И какие есть предложения, чтобы можно было общаться с друзьями, подписчиками и прочее. Да, кстати, это вот наш чат, на котором мы общаемся с друзьями. Вот он так. Пиар, все понимаете. Но вы никак на него не зайдете. Переходим дальше. Дальше у меня Shazam. Ну, мне кажется, все вы знаете, зачем нужен Shazam. Чтобы прослушать разную музыку, чтобы ее сохранить, а потом скачать. Друзья, мы переходим дальше, и дальше у нас идет Яндекс. Я им не пользуюсь. У меня есть для этого Safari. Safari — это встроенный базовый интернет для iPhone. А Яндекс у меня просто так. Дальше у меня ВК и VPN. Как вы, друзья, знаете, ВК в Украине заблокировали. И мои друзья, родственники, никто сейчас в нем не сидит. Он у меня стоит просто чтобы был. Раньше я в нем достаточно много так сидел, слушал там музыку. Эх, были времена. В Google презентациях я делаю презентации. Конечно, я делаю их на компьютере, там легче. Дальше у нас идет Steam. Это вот мой
как вы можете заметить, профиль просто собак. Я таки подписан. Те, кто играет CSGO в Steam, все понимают, что Steam на телефоне очень важен, так как здесь есть Steam Guard, подтверждение и двухмерная аутентификация тоже очень хорошо. Мы идем дальше. Дальше у нас творческая студия. Это все, вся аналитика моего игрового канала, например. Например, так как сейчас у меня игровой канал, я могу просматривать все комментарии, все свои стримы, видео. Вот, друзья, здесь все показано, все написано, все по минимуму, но все понятно. Если вы начинающий блогер, это приложение вам очень сильно поможет. Например, если вы уехали далеко и компа у вас нет, телефон в помощь, творческая студия на телефоне, очень круто, всем советую. Дальше у нас мои папки. Начинаем с первой папки. Первая папка, я ней не пользуюсь, потому что здесь компас. Друзья, но я не понимаю, зачем компас. Я лично компасом не пользуюсь, кто пользуется, напишите в комментариях под моим игровым каналом или у меня в Инстаграме. Переходим потихоньку дальше. Дальше самая огромная папка, это папка с моими играми. Здесь аж целых 4 страницы игр. Но я вам могу сказать, у меня сейчас учеба занимает очень много времени, и я играю игры только в свободное время, когда я еду в машине, и все, когда я еду в машине. И самые такие жесткие игры, которые я играю, это Helix Jump, играл, и Table Tennis. Table Tennis очень интересный, я его уже почти полностью прошел, всем советую. И да, друзья, кстати, все приложения, которые я сегодня показываю, это не реклама. Это приложения, которыми только я пользуюсь. И вы тоже можете ими пользоваться. Это не реклама. PowerPoint тоже очень крутая программа, но я делаю презентации в Google презентациях. Мне там больше понятно, и я там привык. Но PowerPoint тоже очень крутая программа. Мои одноклассники там делают презентации больше, чем в Google презентациях. Что я много наговорил, но ничего. Переходим потихоньку дальше. Photoshop на телефоне — это вообще не то, что на компе. На компе там намного легче делать фотографии, чем на телефоне. Вот на компьютере я недавно делал там превьюшку для моего игрового канала, для стрима. Я делал там 3D. А где она тут? Непонятно. Дальше. Разные крутые шрифты скачивать. А куда их здесь скачивать? Непонятно. Так что, друзья, могу сказать только одно. На телефоне Photoshop — это вообще не то, что на компе. Ну, такое. Просто можно делать что-то, попробовать, поэкспериментировать. Идем дальше. Дальше у меня идет Telegram. Здесь мы общаемся с Олегом, переписываемся. Иногда он мне скидывал музыку, которую я слушал. И я там подписан на разные чаты игровые. Мы там тоже общаемся, пишут разные интересные новые игры, которые будут выходить. Ну и в принципе все. Переходим дальше. Это у нас PhotoMath. Кто не знает, это программа специальная для типа калькулятор, только улучшенный. Здесь можно решать разные примеры там. Ну и все. Разные примеры. Можно их фоткать. Круто. Дальше, друзья, специальная программа для DJI Mavic. Как вы можете заметить, у меня DJI Mavic Pro. Вы, наверное, уже знаете, у меня есть обзор. Заходите на мой канал, смотрите. И последняя программа, которой я пользуюсь, это SoundCloud. Здесь я слушаю музыку. У меня было очень много музыки, но сейчас я почистил, у меня не очень много. Чок. Кстати, друзья, я вот недавно сменил свои наушники с проводных наушников на AirPods. Первые AirPods. Сейчас расскажу почему. Вот это мои первые наушники. Это базовые стандартные наушники, которые идут в комплекте с любым айфоном. А вот это мои новые наушники AirPods. Первые в черном чехле. Мне они сейчас очень сильно нравятся. И да, у меня был выбор. Взять первый или взять второго поколения. Я взял первый, так как разница между ними небольшая. Это беспроводная зарядка и скорость подключения на 1 секунду меньше. Все. Посмотрел я Вилсакома и еще там разных обзорщиков. И они сказали, что сейчас в
второе поколение брать бессмысленно. Лучше уже подождать новую новинку, там водонепроницаемые, что там еще может быть, я не знаю. И лучше посмотреть уже на них, чем второе поколение. Вот и все, друзья. И я решил пока остановиться на первых. Вот такой монолог у меня получился. Я вам показал свои приложения, чем я пользуюсь. Напишите в комментариях, как вам был этот видос. Напишите в комментариях под моим игровым каналом или у меня в Инстаграме. В Инстаграме мы можем пообщаться, и на игровом канале также мы можем пообщаться. И я не могу понять, смотрите, почему вы так медленно подписываетесь на мой игровой канал? Давайте, подписывайтесь, там заходите на стримы, я там с вами общаюсь со всеми почти, отвечаю на ваши вопросы, разговариваю с вами. И в принципе вот так вот. И напишите еще в комментариях, какие видосы вы хотите увидеть. Например, там, про квадроцикл, квадрокоптер или вообще покатушки на великах. Я буду это все читать и потом постараюсь найти минутку, чтобы снять такой видос. Ну а летом, конечно, друзья, будем зажигать. Летом куча свободного времени. Я буду стараться снимать для вас максимум материала. На сегодня все, друзья. С вами был Саша Шоу. Всем пока, друзья. До новых встреч.